Основной поток посетителей в мобильных пунктах сегодня состоит из желающих ревакцинироваться. Для этого, как и для первой прививки, есть все возможности. Сейчас очереди сравнительно небольшие. В пунктах нет проблемы с вакцинами. Привиться можно гамковитваком, он же Спутник Ви, ковиваком, эпивак короной или лайтом. Важно учитывать, если вы почувствовали себя плохо, визит на вакцинацию лучше отложить. Он должен быть без температуры, без давления, то есть вот, без каких-то катаральных явлений. Но если у человека, он сам по себе вот чувствует, что он все-таки нездоров, то лучше подождать хотя бы неделю-две, а потом уже также прийти и обратиться через врача, даже через терапевта. Критерий хорошего самочувствия важен для тех, кто подвержен сезонной аллергии. В этом случае перед вакцинацией нужно обратиться к аллергологу и обсудить свое состояние. Ответ врача зависит от индивидуальных симптомов и того, как их переносит пациент. Напомним, вакцинироваться от коронавируса без предварительной записи можно в мобильных пунктах. Они расположены в Почте России на Дворцовой, в Мармеладе, Волне и Торговом центре «Русь».